А обезьяна-то учится, набирается опыта. То есть я уже спустя полтора года начал догадываться, что не всегда я успеваю за минуту рассказать все свои новости. Ну, важные новости. Вот опять 20 секунд прошло, а я еще не начал, да? Я иду из магазина, купил важные вещички для предстоящей поездки на чемпионат Франции, куда Вова поедет участвовать в составе четверки. Микс 50% женщины, 50% юноши. Ну, соответственно, девушки и юноши. Это будет в Либурне 1-2 июня. И вроде бы я тоже туда поеду и смогу поснимать. Но, во всяком случае, у нас есть такой план, что после моего рандеву в Офи... Это я засветил покупку. Сейчас дойду до дома, покажу. И не только ее. У меня есть рандеву в Офи в 10 утра в пятницу. А после него меня заберет Фред и другие наши друзья. И мы поедем тоже туда. Будем там где-то ночевать. И, в общем, я поэтому сейчас ходил в магаз. Еще сегодня с утра мы встречались с Вероник. Я помог ей отвезти комод, старый китайский комод, такой кайфовый. Я потом его как-нибудь покажу. Они его из Китая привезли, они в Китае жили какое-то время и работали. И они в этот комод хотят интегрировать раковину, чтобы в ванной поставить в новом доме. И вот мы его возили на реконструкцию, чтобы там это все сделали. А потом, вчера же я отдавал ей несколько килограмм картошки. И сегодня у нас было время, Вероника говорит, давай приготовим какое-то вкусное блюдо. Я забыл, как называется. Я почистил картошку. И вообще-то, пока чистил картошку, забыл снимать. Надо бы в следующий раз снять. Это выглядит очень вкусно, аппетитно и несложно. Кстати, рассказал, что у нас есть... У вас в России есть такое блюдо, мясо по-французски. У них такого блюда нет. Во всяком случае, Вероник про такое не знает. Посмеялись. Вспомнили, что борщ собирались готовить. И она спросила, как вы готовы? Я говорю, мы готовы. Но поскольку борщ кайфово есть больше зимой, ну, мы это еще обсудим. Просто борщ готовить интересно. Мы, по идее, можем попытаться приготовить борщ. А так у нас была мысль с Вовой, что, в принципе, летом-то надо окрошку есть. Вероник не уверена, что мы во французских магазинах найдем квас. Но я хочу... Я всякую хуйню нахожу на дороге. И смотрю, надо мне это или нет. Не надо. Но я хочу попытаться найти квас в каких-нибудь местах, где украинские и русские продукты продаются. Тут такие есть магазины. Я в них не был, правда. Но можно посмотреть квас. И попробовать окрошку приготовить. Так. В общем, приготовили мы эту пищу наполовину. И надо было ехать в КАФ. Это тоже важная новость. Все завязано на нем сейчас, потому что они разные виды денег какие-то должны нам платить. И что-то уже платят, а что-то не платят. А поскольку вот это все еще не устаканилось, из-за этого мы не можем начать... получение нашего нового жилья. Вот. Поэтому сейчас мы в процессах вот этих обсуждений. Они какие-то все вопросы новые задают, какие-то документы надо все заполнять. И вот мы ездим. И, к счастью, со мной в этот раз была Вероник. И она знает нашу ситуацию. Она там все объяснила, понятно. И вот новые какие-то бумаги выдали. Их надо будет заполнить. Завтра я встречаюсь с Ребеккой, нашим социальным ассистентом. Мы это все заполним, отправим через интернет. И очень надеюсь, что это последний шаг. Хотя я 4 шага назад думал, что он последний. Вот. Но, в принципе, все нормально. Что еще важного? А, да, сейчас приду, покажу, что купил. И в 3 часа мы опять с Вероник встречаемся, чтобы поехать в их дом. И доделать то, что вчера не доделали. Там достричь газон и достричь кусты. Вот. Ну и сейчас покажу, что купил.
В общем, был я в магазине Интерспорт, потратил 54,97, почти 55 евро. 24,99. Это вот такой вот спальный мешок. 190 длина, 75 ширина, вес его почти килограмм, и он, ну, в принципе, для лета, то есть вот комфортная температура, все, что выше плюс 11, от 11 до 10, так себе сомнительно, а типа холоднее плюс 10 уже есть риск замерзнуть, учитывая то, что я, в принципе, тепляков, и те, кто спал со мной, знают, что со мной тепло. Не только мне, но и тем, кто рядом. Поэтому у меня эти цифры увеличиваются. И в принципе, ну, я не планирую спать зимой, но я про то, что мне такого мешка по температуре будет достаточно. Мы Вове покупали такой же, он у него есть, он его уже использовал. Там молния расстегивается не только так, по-моему, но и вот так. И... если, конечно, я чуть-чуть другую конструкцию не купил. В общем, он еще теоретически должен быть как одеяло. Но, по-моему, мы такой же его покупали. Но если нет, ничего страшного. Вот. Но кажется, да. Еще я купил за 6,99. Это подушка. Она надувная, но не такая вот P-образная, как бывает. Вот как Вове мы покупали, да, он такую вот он покупал, которая там для самолетов, машин, ну, на шею одевается. А я увидел вот такую квадратную, она даже подешевле стоит, там что-то на евро, наверное. Потому что это 7 с чем-то стоит вроде. А это, по идее, квадратная с ямкой в середине. То есть, теоретически... на нее можно просто ложиться с любой стороны, и вот эта херня будет в районе шеи и должно быть нормально. Но если она будет кайфовее, ну вообще Вова про гречневую мечтает, у меня была такая гречневая, сейчас ее брат использует, и как раз про него и речь. Как-то давно он мне подарил вот эти тапки новыми. И я их, соответственно, ох, мать честная. И я их, соответственно, очень активно носил сначала на улицу в течение нескольких лет, в летний период, вспоминая кайфовые итальянские тапки, которые на эти очень были похожи по своему устройству. Вот, но... эти прослужили верой и правдой несколько лет, а потом я их тут активно как домашний использовал. Иногда даже в душ в них ходил, но они уже настолько износились, что в них, в общем, сквозь подошву уже влага попадает, поэтому не очень комфортно. И, в общем, пришло время заменить. Вове мы такие еще в прошлом году купили. И вот, наконец-то, я решил, что хватит мучиться. То есть мы его одни тапки носили на двоих в душ, например, по очереди. Или в туалет там. Вот. Купил я тоже такие тапки. Были у меня когда-то Adidas. Чуть другой конструкции. Здесь такие с шипами. И эти шипы на подложке, на такой, когда они сносились, подложку я оторвал. И там остался тоже рисунок, но уже без шипов. И вот эта штука была приклеенная вот здесь. А здесь это целиковая резина. Вот, и такая еще липучка была у этих тапок. Они до сих пор, я думаю, живы. И там, если вот тут что-то отрывается, в принципе, там я снова подклеивал и эксплуатировал. Вот. Довольно надежные тапки должны быть. Такой вот походик в магаз. Да, Интерспорт. На велике посмотрел. Но мое сознание пока не понимает, как можно купить велосипед за 1000. Ну, есть там и за 300 с чем-то, но это такие же, как у нас. То есть наши велосипеды, вот, на которых мы ездим, примерно новые евро 300-400 стоят. Но они такие, шалоболки. Ну, так, в принципе, шило на мыло менять. То есть то, что они не новые, это ни роли никакой не играет.
Вот. Новые велосипеды, которые более-менее приличные, там, ну, от 1000-1500. То есть 1000-1500 – это уже что-то такое приличное. Совсем кайфовые 2 и выше. Там 2-4. И вот мое сознание пока не понимает, как можно за 1500-2, тем более, и выше 1000 евро купить велосипед. Ну, в нашем положении, да? То есть, при наличии таких денег, я бы подумал все-таки о какой-то бэушной небольшой машинке. Потому что велосипеды у нас есть, а машина практичнее. И больше горизонтов и возможностей раскроет. Велосипеды раскрывают больше возможностей, а машинка откроет еще больше. Вот. Но это я про то, что посмотрел велосипеды, конечно, хорошие, но пока нет. Вот. Ну все. Че вы все до сих пор вот эту херню смотрите, что ли? Я-то гораздо пиздеть, сами знаете. До свидания.